Купи уже Эдган, не майся. Ерундой. Гостиный двор, выставка Орел Экспо. Приехали посмотреть, чего тут показывают, продают, наливают. На самом деле в этом году немножко все скучнее, чем в прошлом. В прошлом году здесь была всем известная выставка Arms & Hunting, но в этом году Arms & Hunting будет размещаться на площадке ВДНХ. Прекрасно. Вот Дарья Викторовна, начальник производства русской оружейной компании, провела для нас мини-экскурсию по поводу того, что же здесь у нас будет происходить. Напоминаю, что под описанием к видео находятся ссылки на два сайта. Если вас что-то заинтересует, не стесняйтесь, заполняйте формы, обращайтесь, я всегда буду рад вам помочь. Ну, мне сказали в обязательном порядке надеть маску, поэтому будем ходить в маске, все как положено. Хорошо, хоть перчатки пока не заставили надеть. Выставка, безусловно, существенно меньшим количеством участников представлена, чем в прошлые годы. Это понятно, ковид. Но мы с вами постараемся найти что-нибудь новенькое, что-нибудь интересненькое. Ну, в общем и целом, хочу сказать, смотреть совершенно не на что. Выставка пустая, народа мало, винтовок мало. Снимать где только Атаман, магазин Шанс с Кацанами, пара Вальтеров и все. И русское оружейное. То есть, ну, в общем-то, неинтересно. 15 минут более чем достаточно для того, чтобы охватить весь этот объем. Давайте посмотрим, что нового у егерей. Анонсировали егеря с цельной коробкой. Валерий Викторович, я вас приветствую. Тут так скучно, ты себе не представляешь. Вообще делать нечего. В этом году, да. Да, уныло. Согласен. Покажи мне, пожалуйста, где у вас егерь с цельной коробкой новой конструкции. Ну ты мне попался, так что извини. Ага, вот оно как выглядит. Взвод я вижу, да, на стволе висит. Да. Понятно. Модератор я вижу, оригинальной конструкции новый. Вот модератор. Так. Вот этот модератор пойдет сейчас на все остальные игры. Ага. То есть он будет унифицирован со всеми моделями, неважно. Коробка новая, старая. Гайка другая ствола. Гайка ствола теперь это все монолитная часть, она выполняет роль удержайки. И, соответственно, вот все это на стволе, да? Да, естественно. Понятно, что здесь оно у нас как бы крепится и как бы не на что влиять. Ну, скажем так, ребята отстреливали, сказали, что типа все стабильно, все вроде бы зашибись. Основная часть винтовки, она собрана здесь, она сконцентрирована здесь. Понятно. С точки зрения производства, вот ты как ответственный за производство, это проще, удобнее, эффективнее? Это не важно. Не важно. Важно, что оно функционально правильное и функционально стабильное для потребителя. Расскажи, в чем функциональность для пользователя лучше, чем коробки и главного цилиндра из двух частей состоящих? Она подразумевает под собой уже 80% точности винтовки в будущем. Основная идея заключается в том, чтобы со станка сходило
деталь, которая максимально соответствует техническому заданию. И человеческий фактор здесь не принимает никакого решения. Вот так вот, все будет намного проще. Геометрия стабильная, она никуда не плывет. Это согласен, да. Неправильно поставить невозможно, потому что все сделано на одном станке, но с одной детали. Но это же цельного куска делается, из цельного, правда? Да, из цельного куска. Ну и все, соответственно, все соосно должно быть. И... смотря насколько было бы удобнее, если бы рычаг был смещен вниз, и здесь была бы серьга. Я бы, не отрываясь, делал бы вот такое движение, взвод и выстрел, взвод и выстрел. Понятненько. Валера, спасибо тебе большое за интервью. Очень рад, что уделил время. Ну вот то жду, вот он пошел. Расскажите, пожалуйста, вы единственная сотрудница русской оружейной компании, имеющая отношение к производству и работающая на производстве. Я правильно понимаю? Вы совершенно правильно понимаете, потому что я являюсь непосредственным начальником производства русской оружейной компании, которая отвечает за производством деталей на пневматические винтовки марки «Егерь». Обижают? Ни в коем случае нет. Меня очень ценят, меня очень любят. Новый по большому счету. Я уже просто подробности не помню, сейчас это втулка была не так. Но все детали, которые мы изготавливаем, только на Слуковск. Вот это деталь. Винтовки нет. В этот момент нам интересно стрелять на 10 метров, там они... Да, и... Это же спорт такой любительский, там приезжают сами семьи, дети, бабушки. Нам эти посмотрят. Вот она, винтовочка «Атаман», которую ждем уже больше года. Булпап. Руковой взвод. Необычный механизм магазина. Ну, складные мультры. Классика «Атамана». Пойдемте дальше, посмотрим, что у нас тут представлено. Одежда, огнестрел, аксессуары. Николай, Дмитрий, что, тебя пустили без маски? Ну, у меня в кармане есть. Тут женщины иногда бегают и ругаются. Так прям ругаются? Да. Сейчас я одену этот намордник обязательно, да. Совершенно. Классические винтовки для 10-метровой олимпийской дисциплины пистолета. Карбоновым резервуаром. Красиво. Все равно какая разница. Одна вот вторая. Тут вопрос, что это эксклюзив. Это-то эксклюзив. А таких вообще всего две в природе. Ну, не знаю. Может быть, это и не решает для тебя, но это решает по факту. Ну, плюс вот у меня есть такая, чем мне тебе советовать? Моя секира, ясно, да? Еще тебе больше не нравится, они все крутые.